обманываем, что делать? Это не про людей, это про нашествие машин. А что делать? Такой век у нас с вами на дворе. Постороннему глазу эта чудо-техника не откроется. Но во всем есть исключения, тем более для нас с вами. В этой мастерской обычные листы резины, дерева и даже металла превращаются в необычные сувениры. А все благодаря ему, Лазеру. Лазер по праву считается самым значительным изобретением 20 века. Сегодня он активно применяется в промышленности, медицине и сфере высоких технологий. Сфокусированный лазерный луч обеспечивает высокую концентрацию энергии и позволяет разрезать практически любые материалы, независимо от их теплофизических свойств. В данный момент там делаются обычные печати, которые вот потом вставляются в установочку и на бумаге обычно печатают. Скоро они отправятся в одну из компаний нашего города. Чтобы лишний раз не брать в руки письменные принадлежности, успешные сибирские бизнесмены вспомнили опыт древних греков. И все как один просят изготовить им печати в виде своей подписи. Резина – материал податливый, поэтому из нее можно вырезать все, что угодно. Делала полностью А4 формат, то что резина она А4 формата. И потом из нее какие-то... То есть она была как клише. Ее чем-то заливали, воском или чем, и была картина. А с помощью лазерной резки можно простой кусок дерева облагородить до неузнаваемых форм. Да и с прочими материалами чудо-агрегат на «ты». Это вот цветное стекло. Стекло бывает разное, литое и нелитое. В данном случае на литом получается и гравировка, и резка. Что будем на нем писать? Будем писать слово наше любимое «нет». Надо это посмотреть. А сколько времени уйдет на это? Минут 10 уйдет. В компьютерной программе формируют будущее изображение, и только после этого в игру вступает лазерная машина. Нанести на оргстекло можно любое изображение. Приходите, говорите, мне надо рамочка, у нас есть свой дизайнер, он все сделает вам по вашему заказу. Если вы хотите именно вот уже сгравированной фотографии, то нужна фотография, соответственно, то вы ее не будете туда вставлять. Она будет уже сгравирована навсегда. Красноярская мастерская по лазерной резке работает уже 6 лет. За это время во всех регионах Красноярского края появились свои эксклюзивные изделия. Начали искать какие-то идеи в интернете. И как вариант был вот лазерный гравер. Он широко используется на тот момент в Москве, а у нас не развит. Мы решили, что надо покупать, это явно выстрелит. Вот. Каких-то таких проблем особых не возникло, потому что у нас уже был на тот момент сложившийся коллектив хороших менеджеров и плюс большая клиентская база. Необходимое оборудование для творческого процесса и довольно прибыльного дела изготовлено не где-нибудь, а в Америке. Если вы хотите удивить своих родных и близких в праздники, то можете преподнести необычный подарок. Например, подарить вот такую открытку. Или, к примеру, купить килограмм орехов и на одном из них написать что-нибудь приятное своему любимому человеку. Все ваши фантазии лазерная установка легко может притворить в жизнь. Нужны фирменные ручки или календари с надписью «Пожалуйста». Задумали наградить своих лучших сотрудников за активную деятельность? Хорошим подарком будет статуэтка. Хотите оставить свой след в истории? И это не проблема. А это тоже лазером делается, да? Нет, вот это сделано на вот этом станке. Это фрезерно-гравировальный станок. То есть он по магнию, по металлу работает. Изготовят вам даже брелок. Да такой, которого ни у кого не будет. Красота, да и только. А главное, можно с гордостью сказать, сделано в Красноярске.